А что вам больше всего понравилось в нашем округе Каштелобранку? Ну, мне больше всего понравилась природа. Я на самом деле не любитель архитектуры, и я больше обращала внимание на пейзажи, на то, какой свежий воздух, и, ну, больше, наверное, сравнивала, насколько, ну, отличается это, например, от тех европейских стран, в которых я была, очень все по-домашнему. И вот как построены улицы, как построены дворики, какое расположение этого всего, очень необычно, очень самобытно. Вот так вот даже ни с чем не сравнить, такое какое-то вот именно... Наверное, такой португальский тип, как вот это назвать, да. Свойственно такое какое-то необычное, ни с чем не сравним. Ну, отдыхает глаз, когда живешь в большом мегаполисе, очень такие серые краски, все однообразное. А здесь приезжаешь, помимо того, что природа очень яркая, сами по себе домики, все такое уютное. Со всех сторон можно подойти и посмотреть, в общем, очень. Меня вот это больше всего впечатлило, это раз, и два, это гастрономический момент очень меня впечатлил. Цены на обувь, антикварный магазин, вот сегодня мы посещали, для меня это вообще было просто удивительно. И цена и качество пищевых продуктов. Ну да, хорошо. А что, может быть, какие-то есть пожелания к будущим туристам, как считаете? Пожелания к будущим туристам? А, что можно пожелать будущим туристам? Да. Ну, я бы вообще пожелала будущим туристам больше отвлекаться от тех мест, которые посещают все, от тех, которые отрекламированы, потому что они более такие рафинированные места. И больше ехать в те места, которые тоже интересны, но... которые они больше нигде не увидят, только в каком-то конкретном месте. Пожелание такое, быть более активными, мобильными и сознательными туристами. Хорошо, спасибо.